В течение всего одних суток наркополицейские изъяли из незаконного оборота более 3000 разовых доз героина. Неподалеку от Талицкой исправительной колонии в заброшенной кирпичной постройке наркополицейские обнаружили и изъяли 2 свертка с опасным наркотиком. Кроме того, сотрудники управления в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили место хранения героина в районе поселка Мелиораторов Ивановского района. В ходе осмотра места происшествия в снегу также обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим средством героин. Был вот этот пакет же.